Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся в коттеджном поселке Морской, куда приехали вот счастливые покупатели дома, который находится у нас на улице Цветочная, 20. Они еще не были, мы только приехали с аэропорта, поэтому сейчас они первый раз увидят свой дом уже в готовом виде. Хочу, чтобы вы вместе с нами увидели их чувства. Но перед тем, как пойдем посмотрим наш дом, я хочу у них спросить. Расскажите маленько о себе, откуда вы приехали? Как вы узнали о нас? Почему именно выбрали этот поселок и этот дом? Мы приехали из города Кемерово, столицы Кузбасса. Начали дом покупать. Ну, сначала по интернету смотрели, выбирали, где какую там и Гасналеку смотрели, и на Тухаевку смотрели. Наткнулись. Тогда еще он только, так сказать, начинался зародыш Морской, коттеджный поселок. Только-только начал обосновываться. На сайте нашли его. Приехали в том году, посмотрели, что это не Филькина грамота, что действительно поселок начинает развиваться, и причем довольно-таки бурными темпами. Заключили договор, вот, сделали предоплату, оплатили за землю, сделали предоплату с директором. Он, так сказать, как вы будете оплачивать поэтапно, то бишь, как вам выгодно платить, не то, что идут как они, навстречу. Да, навстречу идут по платежам, все, заключили договор, как нам было удобно, расставили график, все, проблем никаких нету, все в точку, даже с опережением идут. Про газ, когда еще, сейчас уже газ вот заводят в дом, когда мы были, про газ даже разговора не было, а тут такая приятная, так сказать, новость, что газ будет на Морском, ну, это просто чудо. Какой проект вы выбрали для себя? Мы выбрали 106 проект. В общем-то, дом компактный, двухэтажный. Много комнат для гостей. Много комнат, много внуков, много детей, так сказать. Так что будем рады всех встречать, родственников, друзей. Как говорится, сибирское гостеприимство, ради бога, пусть приезжают все. Александр, а вот переживания у вас было или нет, когда вы все-таки заключали договор, все-таки... Не было еще домика Цветочную, я как помню, мы только-только планировали, заходили на нее. Как вот это ощущение? Очень много переживает, что все ли будет до конца. Вот как ваше, расскажите. Ну, переживание, конечно, первое было переживание. Как, во-первых, ну, далеко от города, как это отслеживать. Но все вопросы урегулировали. Во-первых, Константин, менеджер, то, что он из Кемерово, это, наверное... Ну, жирную точку поставил, да, в этом вопросе, что, так сказать, все переживания, все сомнения, так сказать, ушли в сторону. Дистанционно какие-то вопросы, когда были, фото, видео, отчет, мы... Все присылали. Очень много было вопросов, потом наши пожелания все исполняли, потому что проект, он был, ну, так сказать, стандартный. Мы заказали и подвал, и крытую террасу. Все вопросы решали, там по ванной комнате, тоже там поддон, гидроизоляция, то бишь все решалось оперативно. Давай. Ну, пойдемте тогда, как говорится, welcome. Смотреть. Ну что, приглашайте в дом, пойдем смотреть. Смотрите, Александр, до вашего сдачи, до первого числа осталось маленько времени, но мы здесь полностью уже заводим воду, поэтому маленько здесь уже сейчас... Подушку делаем из песка и полностью вам его будем сдавать. Опять же, все, как вы видите, уже полностью подготовлено. Остается только чуть-чуть вот эти моменты, где для завершения. Но в срок мы вам полностью все уже дом будем сдавать. Это спальня. Это спальня, да, полностью, как выбирали все цвета, да, все, да, 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 двери, да. Все. Сам музыку посмотрите, какой у вас. Работа велась, кропотливая, старали вам полностью успеть, угодить, чтобы все было хорошо. Вентиляция, она принудительная? Да, или... конечно, два. Включайте свет и принудительная вентиляция, да. Центральная у нас вот получается, она 200-я, как... Ну, а это для газа, проект, да? Да, да. Вытяжка для газа. Поэтому вот выход на террасу. Кухня, все, вода уже сделана.
полностью здесь все сделали. Такой навесик, крыльцо, вход в подвал. Все, как вы писали, как все прописывали, мы все это сделали. Так, а вывод под воду-то один, смотрю. У Антона сейчас Александровича узнаем. Да. Все вникнем хорошо. Поэтому вот. Давайте пройдем. На второй этаж, что там у нас? Пойдемте на второй этаж. Лестница с бука? Да. Теряем. Сабузел? Да, полностью уже. Так, вы хотели по рассветочке, все сделали. Холл, окошечко, все так светло, ясно. Ну, молодцы. Здесь ванна, под ванну. Ну, вы помните, да? 1 октября, ну, а мы будем сдавать уже полностью в честном виде. Поэтому сейчас так нежданно приехали, все, и можете видеть, что все идет очень хорошо, без всяких каких-то недочетов. Все делаем хорошо. Так, еще одна. Вторая спальня. Это, наверное, самая большая, да? Угу. Самая большая. Полностью все. Вид хороший. Даже лиман видно. Море. Кость, вопросы задают. А самолеты, как слышно, нет, летают? А это мы вас спросим. Буквально числа 5-7, после того, хорошо, как вы здесь уже поживете. Хорошо. Потому что у кого не подхожу, спрашиваю, кто здесь живет, они говорят, какие самолеты? Первый день мы как бы еще смотрим на них, а здесь уже как бы все. Ну, хорошо. Уже присмотрели для жены мастерскую. Да? Она у меня швея. Вот здесь ее будет мастерская. Рабочий кабинет. Ой. Это хорошо, чтобы всем угодить. Все, пойдем вниз. И вы обладатели. Осталось за малым. Александр и Ольга, ну вопрос, как? Ожидания, которые вы все-таки ехали за 4500 километров, ну, да, оправдало? Да, переживания были, но сейчас, как говорится, сердце успокоилось. Но мы к вам еще зайдем, когда мы обязательно, когда будем вручать ключ. Совершенно по-другому смотрится, чем на фотографиях и на видео. Очень все красиво. С нас пирог, чай. Все, хорошо, тогда welcome. Новоселье с вас, да? Обязательно. Хорошо. Приходите, поэтому, гости. Друзья, ждите нового выпуска, когда мы полностью будем уже вручать Александру и Ольге ключи от этого дома, чтобы посмотреть, как уже дом мы полностью сдадим в готовом виде и, как говорится, уже чистенький. Паханая земля, все под ключ. Будьте с нами. С вами был Константин и компания «Строй Гарант Анапа». Один вопрос. А самое главное, не бойтесь и доверяйте. Надежная и проверенная компания. Мы, сибиряки, рекомендуем. Все, пока.